Приветствую вас, дорогие друзья, приветствую, дорогие люди. Как всегда, от всей души, от всего сердца благодарю вас за ваши комментарии, отзывы, добрые, теплые слова. Меня это мотивирует ничуть не меньше, нежели вас мотивируют мои ролики. Благодарю, что смотрите. Сегодня я хочу поделиться классным упражнением, которое можно делать при коксартрозе. То есть упражнение для тазобедренных суставов. Но, конечно же, прежде чем начинать делать, посоветуйтесь с лечащим врачом. Это обязательно. Итак, упражнение, которое можно делать для профилактики болезней тазобедренных суставов. Вот для того, чтобы ваши суставчики тазобедренные чувствовали себя хорошо и молодо, хорошо, было бы здорово делать вот такое упражнение. Значит, что мы делаем? Ножку вверх поставили. Можно вот так вот ручки сделать на пояс. В сторону поставили. Назад поставили. Теперь слегка, можно даже чуть-чуть вот так ножки, да, слегка согнули коленки. Чуть-чуть, да. И сделаем то же самое. Вперед, в сторону. И назад. И продолжая держать коленки слегка согнутыми, делаем вот такое круговое движение и обратно. И еще разок. И обратно. И вернулись. Здорово это делать под музыку. То же самое другой ножкой. Ножки прямые. Прямые. Ножка вверх. Сколько сможете, не надо себя надрывать, то есть поднимать, я не знаю, там я так и не подниму, кстати. То есть ножка вверх, как вам комфортно, ножка в сторону, желательно, конечно, при этом держать корпус прямо, ножка назад, сделали. Еще разок можно, ножка вверх, в сторону, назад. А теперь согнули коленки чуть-чуть и то же самое делаем. Вперед, в сторону, назад. Вперед, в сторону, назад. И теперь делаем круговые движения туда и туда. Ой, падаю. Туда и обратно. И встали. Хорошо. Вот делать нужно столько, сколько вам комфортно. Чувствуйте свое тело. Чувствуете, здесь начало побаливать, да? Все, прекратили. На следующий день делайте, вот неделю делайте, допустим. Стали вы делать по 5 раз? Делайте по 5. Чувствуете вам комфортно? Значит, делайте по 5. Неделю делайте по 5 раз. На следующую неделю можно 2 раза добавить, делать по 7 раз. Классно делать под музыку. Давайте позанимаемся вместе.